Богатое село. 700 гривен. Не деньги. Не поеду. Атмосферное такое место вообще тут. Атмосферное, говорю, место такое. Очень красиво. Ну, в любом случае не 5 мы плывем быстрее. Поэтому, я думаю, вламывать надо меньше. Молотку поломал. Ну, все равно, либо там, либо там. Можно и здесь. Качественнее, чем на костре получается. И быстрее. Вот это зачем они... Жир не стекает. Зачем китайцы придумали эту штуку? Они просто не знают. Смотри, вообще отлично сыграет красота. Давай гусеницу такой выберем. Это мне такой тоже не очень. Выхода к воде нет нормального. Красивая река. Наверное, одна из самых красивых. Время, где я был. Ну что, вы там видите что-то? Видите что-то? Ну я сомневаюсь, что я смогу эту штуку держать, если бы у меня был перелом. Не, гребсти больно я пробовал. Слышишь, греби, не греби. Самое интересное, что мы-то дойдем до конца маршрута, по идее. Да, все по плану, типа. Зато будет что потом рассказывать. Знаешь, через пару лет будем байки травить. Как в этих сначала байдарки. Как это называется штука? Скега оторвал, а потом руку поломал. Приврем. А может и поломал еще, мы не знаем. Были стены раньше, я думаю. Вот это вот края. Просто стен не осталось. Остались только вот типа башни. Что-то было. А может церковь была отсюда. Надо почитать. Церковь прямо на скале. А что там? Они просто дождевые. А тут тоже нормально. О, прям как кишки. Дима, не ходи сюда. Я понимаю, что ты червяков хочешь, но у тебя нога ранена. Они шевелятся все под ногами. Там червячный ужас. Червагеддон, да. Ну и далеко вы это потащили. Не мешаем, мы активно мешаем.
твоя душа.